Здравствуйте! Вы смотрите «Первый городской» в эфире службы новостей «Город». В студии Максим Акимов. Смотрите в ближайшие минуты. Детским голосом о недетских забавах в Калининграде заминировали торговый центр. Благотворительность – дело добровольное. Какую сумму собрали местные жители в помощь больным детям? Провожаем зиму блинами. Как правильно отметить масленичную неделю? Плазу заминировали. В воскресенье в 16:00 в милицию поступил звонок. Детский голос сообщил о взрывном устройстве. Через полчаса всех людей из здания эвакуировали. Все подробности смотрите в первом материале выпуска. Камеру убери отсюда, чтобы почти не видела ее, пока не поломала. Около 4 часов вечера здание торгово-развлекательного комплекса оцепили милиционеры. Всех посетителей срочно вывели на улицу. Ольга Сунцова в этот момент была в кино. Вдруг включается свет, заходит женщина, начинает громко говорить всем: товарищи посетители, выходите все на улицу, пожалуйста, соблюдайте спокойствие, без паники. Вот. Первую минуту никто ничего не понимал, потому что все хотели досмотреть фильм до конца, но все-таки, когда уже включилась громкая связь, люди стали выходить. Потихонечку тут остановили эскалаторы. Я стояла в кассе. Сказали, касса не работает, нет. У меня корзину забрали с продуктами, сумка у меня в этой камере. И вот у меня тут я еще не заплатила. Я им сказала, вот унесу домой, платить не буду. Как утверждают очевидцы, паники не было. Все сразу же покинули здание. Но вот версии случившегося у всех разные. Лаз дала трещину или что-то такое. Вот мы думаем, теперь, может быть, из-за этого весь этот сыр-бор начался. Я подошла ко входу, мне сказали, что плаза сегодня не работает, потому как нашли какой-то подозрительный пакет, и вот сейчас милиция разбирается. В течение часа здание тщательно проверяли, затем посетители вновь вернулись в помещение. Информация о бомбе поступила по телефону. Сейчас сотрудники милиции проверяют, кто и для чего устроил панику в центре города. Полина Зайцева, Татьяна Коблова, Михаил Илькевич, служба новостей «Город». 700 тысяч рублей для больных детей. Меньше чем за месяц эту сумму удалось собрать в рамках благотворительного марафона «Ты нам нужен», который стартовал 1 февраля. Совсем скоро эти деньги будут распределять на лечение больным детям, на дорогие препараты и на другие цели. В субботу прошло одно из заключительных мероприятий марафона. Как собирали деньги, смотрите в нашем следующем сюжете. Прими, пожалуйста, участие в акции «Ты нам нужен». Помоги детям с ограниченными возможностями. В течение месяца волонтеров в оранжевых футболках калининградцы встречали часто. В этот раз они собирали деньги на лечение больных детей в одном из торговых центров города. Главная цель марафона – собрать средства, которые помогут семьям приобрести необходимые лекарства или оплатить лечение за границей. В области больше 50 детей, которым необходима помощь. Например, близняшки Ангелина и Кристина Федоровы. У обоих ДЦП. В Трусковце им готовы помочь встать на ноги, но на лечение нужно 5000 евро. А у 4-летнего Димы Шишкова тяжелая форма сахарного диабета. Ему необходима инсулиновая помпа. Она стоит 80 тысяч рублей. Степану Савкину 6 лет. Ему поставили диагноз ДЦП. Один курс лечения в Трусковце стоит 3000 евро. Таких денег у семьи нет. Деньги будут распределяться на заседании оргкомитета. Вот, списки тех претендентов, тех семей, где воспитываются дети, будут согласованы между управлением здравоохранения, социальной защиты. И будет проведено 11 числа, будут официально вручаться вот сертификаты на получение этих денежных средств. Губернатор области и глава города также перечислили на счет свою месячную зарплату. Поддержали марафон и творческие коллективы города своими выступлениями. Хотелось бы от нашего дуэта с любовью, который будет сегодня выступать на этом марафоне, буквально 3 строчки исполнить, если никто не против. Тебе ли не знать, что делает любовь? Все в мире лишь ради любви, всегда права. Любовь только для любви, тем с тобою быть, тем, кого ты хочешь, тем, кого ты можешь любить. Всегда права любовь, права любовь. В прошлом году с помощью акции удалось собрать 1 200 000 рублей. Сейчас в фонде пока около 700 тысяч. Акция «Ты нам нужен» продлится еще 2 дня. Организаторы надеются, что за это время копилка значительно пополнится. Если вы хотите помочь больным детям, необходимую информацию и реквизиты счета можно найти на сайте, который вы видите на экранах. Екатерина Сафонова, Юрий Бородихин, служба новостей «Город».
Провожаем зиму. 28 февраля в России начинается масленичная неделя. В воскресенье калининградцы уже встретили масленицу в зоопарке. Если в этот день не повеселиться хорошо, то потом весь год придется жить в несчастье. Масленичную неделю обязательно пекут блины и угощают родных. На всенародном празднике побывала и наша съемочная группа. Вот так задорно и весело в Калининграде начали праздновать масляную неделю. За блинами главным лакомством этого праздника выстроилась целая очередь, несмотря на мороз. Через час прилавок уже пустел, а кто-то принес с собой домашние блины. Ну, мы делаем и с фаршмаком, делаем и с мясом, и с творогом. Больше всего любят с фаршмаком. Татьяна Исленко пришла на праздник с правнуками и вспомнила, как встречали масленицу во время своей молодости. Вся неделя блинная была. Там и Золовкины были, там и тещины блины были. На тещины блины дядь приходил. В общем, было весело, интересно, да. Сейчас как-то эти уже традиции, я не знаю, все. А раньше было очень весело. Со сгущенкой, сметаной и джемом. Но есть и нетрадиционные блины, например, из гречишной муки. Ну, мне очень нравятся блины из гречишной муки, из гречки. Вот, когда из нее замешиваешь, она имеет такой очень характерный, очень интересный аромат. Обязательно попробуйте. Ну, пару стаканов гречишной муки, один стакан пшеничной. Ну, а дальше рецепт классический. Замешивайте, обязательно дрожжи положите. Часик тесто постояло, посолили, там немножечко послатили, замешали. Обязательно на разогретой сковородочке, на горяченькой. Очень вкусно. И под масленицу самое то. Соломенное чучело, символ уходящей зимы, по традиции сжигают в конце масляной недели. Продлится она до 6 марта. Последний день этого праздника – прощенное воскресенье. Принято просить прощения у всех родных и знакомых. А через неделю у православных начнется Великий пост. Татьяна Каблова, Денис Череуха, служба новостей город. Сейчас мы прервемся на рекламу. Сразу после нее смотрите во второй части нашего выпуска. Какими нитками шит современный театр? В Калининграде прошел уникальный фестиваль коротких спектаклей. Кроме сильного удара, нужны терпение и выдержка. В Калининграде прошло первенство города по киокушинкай. Скрипичных дел мастера. Сестры-близняшки на сцене становятся настоящими соперницами. Вы смотрите службу новостей «Город», мы продолжаем. Двухчасовой спектакль за 15 минут. В Калининграде проходит уникальный для России проект – фестиваль коротких спектаклей «Нитка». Молодые актеры из Эстонии, Латвии, Калининграда и Санкт-Петербурга играют вместе. Со сцены предлагают зрителям на время окунуться в детство. Наша съемочная группа побывала на гиперспектакле и пообщалась с участниками. Все подробности в нашем следующем сюжете. Никаких декораций, пышных костюмов и минимум света. Так актеры видят роман Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков». В нем все из детства, мечты и игры. Театральные шорты или 15-минутные этюды идут в режиме нон-стоп. Из них складывается настоящий двухчасовой спектакль. В нем каждый ищет свое детское счастье. Мы попытались в этом фестивале и зрителям, и себе предложить условия. Ну, лет на 20 помолодеть. Довольны? Бывают коровы. А в восторге младенцы, да несчастные старики. Ну, а насчет того, что весела, ну, ты же сам видишь, как я весело смеюсь, когда скребу вот ту раковину. Миссис Бентли о молодости напоминает лишь старые вещи, когда она была молода, красива и замужем. Старух торжественно называют миссис, если повезло. С мужем. Но вот соседские девчонки женщине не верят. Для них она всегда была старая и одинокая. А вот этой штучкой. Для кого-то счастье – покупка машины, но она радует недолго. Нам не надо больше ездить на этой зеленой бибип машине. Никогда! Алина Осипова играла 8-летнего мальчика. Вместе с друзьями они пытались попасть в прошлое. Там искали веселье. Этот образ стал для Алины любимым. В нем девушка вспомнила себя ребенком. Мне не надо было вживаться. Я просто вспомнила себя в этом возрасте. И даже не только в этом. Это еще живет во мне, и я стараюсь это
поддерживать в себе всегда. И это замечательная возможность сейчас на сцене показать то, что у меня внутри, потому что в жизни, в обычной жизни, не всегда удается быть таким, какой ты есть. А здесь ты показываешь себе ребенка, того, которого ты сохраняешь, того искреннего, естественного. Поэтому даже играть не приходится. В этом году актеры из Калининграда, Санкт-Петербурга, Латвии и Эстонии играли вместе. Участники объединились в большую интернациональную труппу. За неделю репетиций стали настоящей семьей. Очень хорошо. Это очень интересный опыт, очень позитивный. То есть мы неделю жили в одном доме, неделю работали совместно, жили вместе, готовили, кушали, все время вот работали над этим произведением. Это замечательно. Но различия между прибалтийскими актерами и российскими все же есть. Они больше тяготеют к форме. Они идут от формы и потом наращивают содержание. А у нас, конечно, больше мы идем от содержания, от наполнения, потом уже рождается форма. «Нитка» проходит в Калининграде уже 5-й год. Тему «Будьте как дети» выбирали зрители путем голосования в интернете. Молодые актеры пытались показать, что детство есть внутри каждого. Дорогая, ты никак не хочешь понять, что время идет, уходит, каждый день, каждую минуту. Время – это гипнотизер. Когда тебе 9, тебе всегда и навсегда 9. Татьяна Каблова, Юрий Бородихин, служба новостей «Город». Они дерутся на татами, чтобы избежать драк в реальной жизни. Карате воспитывает выдержку и терпение. Кстати, самые выдержанные в это воскресенье встретились в спорткомплексе «Юность». Там прошло первенство города по киокушинкай. За боями, в которых участвовали сильнейшие каратисты от 7 до 17 лет, наблюдала и наша съемочная группа. Ну, синяки, мальчишки, они везде синяки найдут, где заработать. Ну, синяки, шишки, разбитые пальцы, там, ноги. Это нормально, это неотъемлемая часть, наверное, любого вида спорта. Победа присуждается королю. Кирилл, вперед! Вперед! Победу одержал половинчика. На татами приглашается Максима Лысенко. Тренер очень строгий. Да. Иногда встаем на камушки, на кулаки. Если плохо ведем. Или что-то забыли. Одно из условий, главное, в общем-то, единоборство, это научиться терпеть, то есть преодолевать какие-то неприятности, неудобства, которые, в общем-то, и до этого момента ребенка не преследовали. Нет, сейчас подождите, сейчас. «Скрипка на двоих». 27 февраля в Калининградской филармонии прошел концерт сестер-близняшек. На сцене Наталья Куринович и Светлана Лысенко становятся настоящими соперницами. Детское увлечение переросло во взрослую жизнь и стало профессией. Секреты успеха у известных калининградских скрипачек выясняла наша съемочная группа. Наталья и Светлана первый раз взяли в руки скрипку еще в детском саду. В Петропавловске-Камчатском, где родились близняшки, на одном из занятий их заметил преподаватель музыки. На уроки решили идти только вместе. Мы думали, что кроме фортепиано никаких других инструментов на свете не существует, и решили, что нас записали на фортепиано. Для мамы с папой была тоже большая неожиданность, что педагог оказался по классу скрипки. Детское увлечение постепенно превратилось в работу. Сейчас сестры даже не знают, кем бы могли быть, если бы не связали свою жизнь со скрипкой. Тот счастливый случай, когда профессия и хобби соединились два в одном. Вот, поэтому говорить о том, кем бы мы могли стать, если не
выбрав профессию музыканта, очень сложно. В основном выступают они по отдельности. Зато, когда выходят на сцену вместе, дух соперничества заставляет каждую совершенствоваться. Знаете, ощущение того, что рядом находится сестра, которая может сыграть лучше, это всегда подстегивает. Поэтому вот такой вот момент соперничества, он был бесконечно. И, скорее всего, вот это соперничество, оно давала такие положительные результаты. Светлана старше Натальи всего на 10 минут. Этой разницы они никогда не чувствовали, особенно на сцене. Целая семейная династия на одной сцене Калининградской филармонии. Поэтому программа концерта и называется «Автограф. Семейный альбом». Программа всей семьей в концертный зал предполагает, что в зале у нас сегодня будут семьи. И это действительно так. Вы посмотрите, сколько родителей с детьми, сколько педагогов со своими детьми. А ведь это тоже семья. Муж Натальи начал петь, а дочь взяла в руки скрипку. Музыкой занялась вся семья. А вот за увлечением Светланы последовала только дочь. Сейчас она знаменитая скрипачка в Санкт-Петербургском театре. Правда, отец семейства был против. С трудом переваривает наш инструмент. Он сказал, что я настрадался, пока я училась, потом пока моя дочь училась. В этот день на сцену Калининградской филармонии выходили и юные дарования школы имени Глиера. Алиса Немцова влюбилась в скрипку еще в 5 лет. Первый инструмент ей купил папа. У меня есть подружка, она играет на скрипке. Мне очень понравилось, я тоже захотела. Но теперь Алисе хочется играть еще и на флейте. Полина Зайцева, Татьяна Каблова, Денис Череуха, Служба новостей «Город». И в завершении выпуска традиционный опрос жителей города. На этот раз калининградцы поделились с нашими корреспондентами своими хорошими новостями. Живем, ну, радуемся жизни. Все хорошо, у нас друзья хорошие, гости из далекой Азии, у нас все замечательно. Хорошее настроение. Хорошая погода. Две внучки родились. Вот одной 4 года, одна в этом году родилась. Квартиру сына купили. Солнце светит. Можно с ребенком погулять. Вот. Потому что масленица, можно встретить хорошо. Я каталась на горке, я ездила на природу, на ночевку. Это все новости на сегодня. Если вы стали свидетелем какого-либо уникального события, звоните нам по телефону 91 94 04. Всего вам доброго и до свидания.